Соединилась Светлана из Греции. Закинтес. О, Светлана, добрый вечер. Я очень рада тебя видеть. Закинтесе мы были 2 недели с моей подругой. Светочка, самые лучшие воспоминания из Греции. Значит, у нас есть, кто зашел с телефона, у нас есть внизу, вы можете увидеть 3 переключения. Одно переключение, это вы видите мои слайды, и я бы вас попросила, чтобы вы оставились, приветик, оставились на слайдах. Виктория, тебе уже видно. Потом у вас будет, если вы переключаете, у вас будет окошечко с моим видео и окошечко с чатом. Вот, пожалуйста, сейчас вы можете переключиться на слайды, и мы с вами пойдем красивое, удивительное путешествие о том, как можно путешествовать по всему миру, какие есть прекрасные предложения в нашем круизном клубе. Да, Леся, видно ли, да. Вот, и также я расскажу о том, как можно, путешествуя, рассказывать другим знакомым, стать travel-блогером и еще и путешествуя зарабатывать. Поэтому все, о чем мы сегодня будем говорить, конечно же, это будет очень интересно. Итак, меня зовут Оксана Верещага, я из города Новоград-Волынский, это в Украине. Жила 3 года в Швеции, и там же и познакомилась с этим замечательным круизным клубом. И теперь я очень счастлива, уже 2 года я нахожусь в этом клубе, и счастлива, что я с ним однажды познакомилась, благодаря своей подруге. Да, слайды видны, здорово. На сегодняшний день я являюсь безоплатным членом клуба, то есть я путешествую с клубом абсолютно бесплатно, и сегодня я вам, конечно же, тоже расскажу, каким образом вы можете путешествовать по всему миру бесплатно каждый год. Я думаю, это вам тоже очень понравится. Также я являюсь партнером клуба, то есть представителем клуба. Я в своем городе являюсь представителем. Кроме этого, я работаю онлайн. И если вы мечтаете иметь свой бизнес в онлайне, то сегодня вы сможете рассмотреть наше предложение, которое я считаю, что одно из самых лучших. Потому что путешествовать любят все, отдыхать любят все, и поэтому, когда мы рассказываем о таких приятных вещах, то и у нас и самих настроение повышается, ну и, конечно же, повышается настроение у тех, кому мы рассказываем о нашем замечательном предложении членства в клубе. Моя команда ну, во многих-многих странах, не во всех еще, да, ну, во многих странах и в Европе, и в Канаде есть, и в Финляндии, и разных-разных странах. И вы знаете, это очень интересный вид бизнеса, который объединяет нас со всех континентов, со всех стран. И когда бы мы ни общались, у нас, ну, прекрасное настроение от того, что, о чем мы говорим. И знаете, вот сейчас, вот то, о чем мы сейчас, я буду рассказывать, этот новый вид отдыха, это круизный отдых, он становится очень популярным. Может быть, вы тоже видели ролики, может быть, вы видели красивые картинки, и они вас захватывают, и вы думаете, боже мой, вот я бы мечтала быть, хоть раз бы поехать вот на таком лайнере, хоть почувствовать себя, вот что это такое, что это за удивительное ощущение плыть на лайнере. И действительно, это удивительный вид отдыха, он сейчас становится все более и более популярным, даже более популярным, чем просто отдых в отеле. Вот, он не сравнивается, конечно, с отелем, это намного удивительный и приятнее вид отдыха. С каждым годом все больше и больше присоединяются к нашему круизному клубу людей, потому что все любят путешествовать. Вы, наверное, знаете, что вот кого не спроси, сейчас все обмениваются: ты где был? Я был в Париже, я был там в Исландии или в Голландии или в Бельгии или еще где-то, да? То есть сейчас это очень популярное направление, где ты путешествуешь, где ты был, и обмениваются люди опытом. Поэтому, когда мы являемся представителями такого направления, то, конечно, мы, во-первых, больше всех путешествуем, во-вторых, мы еще и на этом зарабатываем. Более 20% населения путешествуют в Америке, около 10% в Европе, и всего 2% приходится на все остальные страны. Ну, мы относимся ко всем остальным странам, поэтому те, кто решит работать в этом направлении, создать свой собственный бизнес, работы у нас будет очень много.
потому что еще очень маленький процент путешествует таким видом отдыха. В ближайшие несколько лет будет построено более 50 новых лайнеров, и, конечно же, это все рассчитано на то, что все больше людей путешествует. В прошлом году путешествовало 32 миллиона человек, а вообще это самый быстрорастущий сегмент индустрии путешествий, и каждый год в эту сферу вливается около 8 триллионов долларов США. Вот ни в одну сферу, ни в сферу кофе, ни в сферу добавок для здоровья, ни в сферу косметики не вливается столько денег, сколько тратят люди на отдых. Ну, мы сами даже можем посудить, можем ли мы 1000 долларов в год тратить, там, каждый месяц 100 долларов тратить на косметику, или там каждый месяц 100 долларов тратить, например, там, на добавки для здоровья. Ну, конечно, нет. А вот на отложить 1000 долларов, чтобы съездить в отпуск, это вполне такой, ну, средний вариант отдыха на семью. На семью я имею в виду, не на одного человека, да? Вот, поэтому, конечно же, этот сегмент забирает на себя самую большую. Вот у нас есть такой очень интересный ролик, проводили исследования, сколько денег уходит в той или иной сфере, и показывали, что туризм – это нечто невероятное. Я думаю, что в одном из следующих своих выступлений я вам включу этот ролик, и я вам покажу, вы посмотрите, вам действительно он тоже будет впечатлением. Наш клуб, он называется Incruises, в круизе, да, в круиз, Incruises. Это первый и единственный в мире круизный клуб. Я думаю, что вы знаете, что существуют многие клубы, есть футбольный клуб, есть гольф-клуб, есть яхт-клуб, ну, а у нас круизный клуб. И он основан на членстве, и наши члены и партнеры клуба уже в 178 странах по всему миру. Клуб зарегистрирован в Америке 16 января 2016 года, то есть в январе будет 5 лет. Ну, уже такой, знаете, утвердившийся клуб. Он зарегистрирован в штате Делавэр, имеет все необходимые лицензии и документы. И в нашей базе находится круизная база 5000 круизов от 15 самых крупных круизных компаний по всему миру. Мы имеем доступ по всему миру и можем ехать в любую точку мира. И эти все круизы находятся в нашей базе. То есть мы сами себе туроператоры, мы сами себе можем увидеть все, любые круизы. По любым параметрам у нас есть свой поисковик, по которому мы выбираем то или иное направление. И, конечно же, это, ну, определенное хорошее преимущество. Если вы знакомы с системой самостоятельного бронирования, типа букинга, это вот напоминает ту же самую систему. То есть мы являемся членами клуба, в нашем распоряжении 5000 круизов, и мы сами себе можем выбрать абсолютно любой круиз за самые лучшие условия. Мы заключили договора с такими компаниями, как MSC, это итальянская компания, Disney Cruises, Norwegian, Princess Cruises, Oceania Cruises, Arzamara, Carnival. То есть это самые крупные круизные компании, в котором есть вот от 5 до 20 круизных лайнеров. Каждый лайнер – это миллиард долларов. То есть это невероятное направление, где крутятся очень большие, конечно, деньги. Ну и раньше этот вид отдыха был доступен немногим в силу того, что он был очень дорогим. А на сегодняшний день, благодаря нашему клубу, этот отдых стал доступен большинству, и поэтому сегодня все смело, вот кто знает об этом виде отдыха, все смело меняют отельный отдых на круизный, да, то есть за те же самые деньги можно поехать в отеле, побыть 8 дней, а можно поехать в круиз и увидеть несколько стран и городов, что намного интереснее. Наш клуб является членом круизной ассоциации CLIA. Это такая международная организация, в которую входят самые крупные игроки туристического рынка. И, конечно же, несмотря на то, что мы такие, вроде бы, нам всего 5 лет, мы уже являемся авторитетными на рынке туризма. Создал наш клуб бизнесмен, американский бизнесмен Майкл Хатчесон, человек очень известный в деловых кругах, который выступает на американском телевидении, пишет свои книги, является наставником Тони Робинса, может, вы знаете, это очень известный коуч мирового класса. Также Майкл работал с многими американскими компаниями, помогал им становиться преуспевающими, так как его основное направление, его профессия – это антикризисный менеджер,
который помогает как раз разработать план и стратегию для того, чтобы компания стала преуспевающей. Вы знаете, я когда узнала этот факт, для меня стало очевидным, что я в этой компании в надежных руках, и что эта компания действительно будет преуспевающей, не говоря о том, что что-то может произойти непредвиденное, такое, что не может быть. Потому что Майкл действительно такого уровня профессионал бизнеса, что сегодня неудивительно, создается много разных компаний, но действительно стать преуспевающей удается только тем, кто умеет управлять. И вот как раз мы не только имеем возможность путешествовать по всему миру по самым лучшим ценам, но и также мы можем создать свой личный бизнес на базе основной компании, так как компания предоставляет нам франшизу, и мы можем создать свою компанию. Она как раз создана для того, чтобы дать возможность людям путешествовать дешевле, путешествовать бесплатно и зарабатывать путешествия. Нужен ли вам дополнительный доход? Нужен ли вам такой доход, чтобы не думать в принципе о деньгах? Здесь это, и то, и другое есть. Поэтому о деньгах я расскажу чуть-чуть попозже. Есть тысячи круизов, чтобы посетить прекрасные страны по всему миру. Мы знаем, что есть 5 континентов, и везде есть море, и море больше, чем земли. Да? И вот более 400 лайнеров бороздят просторы морей и океанов. Они соединяют города и страны, континенты, и это действительно беспрерывный процесс. Есть однодневные, двухдневные, недельные круизы, есть 2 недели, 3 недели, 3-месячные круизы и кругосветные. Поэтому каждый выбирает себе именно то количество дней, которое хочется поехать, насладиться и приехать. Я знаю, что есть даже люди, которые живут на лайнерах там длительное время, потому что им это комфортно, им так нравится жить. Почему же люди выбирают круизы? Потому что это комфорт, потому что когда мы заходим на лайнер, у нас есть своя каюта, она приравнивается к 5-звездочному отелю, то есть настолько высокий класс обслуживания, что это 5-звездочный отель. И этот наш отель, он путешествует с нами из одной страны в другую, из одного города в другой, мы даже не замечаем, как это происходит. И когда вот если бы мы хотели, например, была ли у вас такая мысль, чтобы объехать там за отпуск несколько городов и стран, да, вот если вы так даже путешествовали, то, наверное, вы ездили автобусом или автомобилем, наверное, вы уставали, и вы не высыпались, и вам, наверное, уже ночью вы передвигались из одного города в другой, и вы уже утром просыпались в городе, вам надо было ходить на экскурсии, а у вас не было настроения, не было сил, и вы были сонные от того, что вы всю ночь проводили в дороге, да. То есть такой вид передвижения, он очень утомительный, а вот как раз круизный отдых, он позволяет очень комфортно передвигаться. Добрый вечер, Дарина. Ой, комфортно передвигаться, и даже мы не замечаем. И в этом и есть комфорт круизного отдыха. Удобство, потому что на лайнере, кроме того, что у нас есть каюта, у нас есть трехразовое посещение ресторана. Вы знаете, вот там настолько красиво, настолько комфортно, что это тоже удобно. Ресторан, шведский стол, развлечения различные. И кроме этого, лайнер останавливается каждый день в новом порту, и мы можем за, например, круиз 8 дней увидеть 3 страны и 6 городов. И это невероятно, ну, это действительно невероятная возможность. Вот, и стоимость, потому что если бы все то, что входит на лайнере, мы бы покупали на земле, то отдельно это все покупали, то оно бы стоило от 30 до 50% дороже, потому что это действительно там самые лучшие повара в ресторанах, самые лучшие артисты на лайнере, и это такой эксклюзивный отдых, который вот стоит хотя бы раз поехать отдохнуть, а вот если один раз вы побываете, вы уже не сможете себе отказать в этом удовольствии, и вы будете экономить на чем-то другом, но только не на круизном путешествии, потому что вы захотите обязательно снова поехать в следующем году в круиз. А дети тоже. Дети, когда побывают в круизе, они потом об этом щебечут и постоянно об этом вспоминают. Поэтому подарите такой круиз себе, подарите круиз своей семье, подарите детям, подарите родителям, поедьте, отметьте медовый месяц или годовщину свадьбы, или подарите родителям на какую-нибудь годовщину такой отдых, и вы действительно получите благодарные
взгляды, благодарные слова, что вы подарили такой невероятный подарок. Лайнеры бывают разные, они бывают небольшие, до 700 пассажиров, и есть такие в среднем от 2,5 до 4,5 пассажиров, и есть лайнеры такие 6-7 тысяч, и даже сейчас новый строится лайнер 10 тысяч человек. Это такие города на воде, которые имеют всю необходимую инфраструктуру, и где люди отдыхают и наслаждаются жизнью. А лайнер в это время передвигается из одного порта в другой, из одной страны в другую. На лайнере есть 4 вида кают, в зависимости от того, какой бюджет, да, это может быть внутренняя каюта без окошка, это может быть с окошком, это чуть дороже, с балконом, это еще чуть дороже, и люкс. Независимо от того, какая у вас будет каюта, у вас будет высочайший уровень обслуживания от персонала и от горничных и официантов, и заканчивая капитаном корабля. Кроме этого, на лайнере есть круглосуточный шведский стол. И кроме этого, есть еще и платные рестораны, и все это можно посетить. Каюты бывают, знаете, вот смотрите, вот эта каюта, когда стоит двухспальная кровать, может быть, каюта, где кроватки стоят отдельно. Может быть, там, где детки, например, то им такие подвесные, видите, вот на картиночке, видно, подвесные такие, как в поезде, да, они, если, например, не нужны вот эти подвесные кровати, они к потолку прикрепляются, а если нужны, то они спускаются, у них есть лестничка, и дети, как правило, очень любят на втором этаже. Я думаю, что вы знаете, вы, может быть, сами были ребенком, что вам всегда нравилось быть на втором этаже. Каюты, там есть все, там есть холодильник, там есть телевизор, телефон, душевая, туалет, туалетные принадлежности, сейф, ну, то есть есть все необходимое, которое относится к пятизвездочному отелю, и всегда очень красиво. Кстати, каюта убирается несколько раз на день, и даже если вы пошли, например, загорать и оставили кровать незастеленную, то вы всегда приходите, и у вас застелено. То есть идеальная чистота в каюте всегда вам обеспечена. Какие виды отдыха есть на лайнерах? Добрый вечер, Аркадий. Какие есть виды отдыха на лайнере? Есть, это зависит от того, какой лайнер вы выбрали. Есть лайнер больше для активного отдыха, для молодежи, вот тот, кто любит вот потусить, что-то такое активное, да? Из активного отдыха у вас может быть скалолазание, аэротруба, гольф, баскетбол, ледовый каток, теннис, серфинг, фитнес-центр и другое. То есть много всего-всего есть, и знаете, вот если вы любите активный вид отдыха, вы будете присоединяться к тем, кто тоже любит активный, и, как правило, общение идет на английском языке, но даже если вы не знаете английский, есть язык жестов, ну, а побывав один раз, вы поймете, что английский все-таки надо где-то подтягивать, потому что, ну, хочется и общаться, и как-то коммуницировать, и не выглядеть как-то по-другому, чем то, что ты знаешь английский язык. Если вы любите музыкальное направление, вас встретят музыкальные бары. Бары, в которых есть живая музыка и в которых звучит разная музыка. В одном баре вы будете слышать джаз, в другом вы слышать будете латино, в третьем вы будете классику слушать. И живая музыка, где вы сможете насладиться голосами, это действительно невероятно. Это настолько пронизывающе и настолько, вы знаете, получаешь удовольствие от проведенного вечера в барах, там, где звучит живая музыка. Также есть театр. Любите ли вы театр? Если вы любите театральные представления, вы получите тоже массу удовольствия. Каждый день в театре новое представление. Каждый день новое представление. Я уже говорю, что если бы мы только за театр покупали каждый день новое представление, мы бы уже заплатили ту сумму, которая бы стоила весь круиз. Поэтому очень красивые голоса, очень красивые постановки, костюмы, обстановка, вот в принципе обстановка, настолько удовольствие получаешь в театре. Одевает, женщина одевает красивые платья, мужчины тоже красиво одеты, идет красивый аромат. Знаете, вот эта обстановка, ну, даже не кажется, что ты находишься на лайнере. Это действительно интеллигентный, красивый, комфортный вид отдыха. Также есть ночные клубы, караоке, танцевальные мастер-классы, вечеринки, дискотеки, вечер с капитаном, ну, много всего, где, если вы любите вот это музыкальное направление, то у вас будет большой выбор для развлечений, да. И вот так выглядит музыка. В фойе, кстати, всегда звучит живая музыка, либо скрипка, либо фортепиано, но всегда есть живая музыка.
Так, из водного направления, те, кто любит отдыхать, вот любит воду и хочет просто расслабиться, да, вот может быть вы просто устали, вы хотите просто расслабиться, тогда есть бассейны. Бассейны есть открытые на свежем воздухе и есть скрытые внутри корабля, от 2 до 5 бассейнов на каждом лайнере. Есть джакузи с бурлящей водичкой, вы садитесь, расслабляетесь под бурлящей, причем это джакузи вы можете хоть 10 раз на день, можете оттуда вообще не выходить. Если вы так любите, то вы, конечно же, вы насладитесь этим видом отдыха. Сейчас, секундочку. И лежаки. По периметру всего корабля есть лежаки, где вы можете загорать и наслаждаться солнцем. Есть спа, есть сауны. И, конечно же, каждый может себе выбрать то, что хочет. Ну и невероятно это красиво. Невероятно красиво. Водичка в бассейнах морская, достаточно комфортная по температуре. И, конечно же, вы будете получать массу удовольствия от воды. Вот на том лайнере, на котором я была, это была круизная линия MSC. Корабль назывался «Белиссимо», и это был один из новых лайнеров, который был спущен на воду в марте 2019 года. И там были очень красивые затемненные стекла, окна. Там был аквапарк. Я очень люблю аквапарк и наслаждалась спуском, спусками, горкой и так далее. Поэтому детям там тоже очень весело. Ну, а для детей есть еще отдельные детские комнаты. Для разных возрастов они разные. И в каждой комнате есть свой персонал, который с ними играет, лепит, какие-то конкурсы разыгрывает, занимается. Они вообще не хотят к родителям, им настолько весело, они настолько весело проводят время, что они абсолютно не хотят к родителям. Кроме этого, есть игровые автоматы, детские бассейны, автодром, ледовый каток, аквапарк, ну и, конечно же, бесплатное мороженое. Вот такие мастер-классы проводятся с детками, они прекрасно проводят время, и вот почему они снова и снова хотят поехать снова в круиз. Понимаете, да? То есть не только мы взрослые хотим, но и дети. Питание, как я говорила, ресторан, красивая обстановка в ресторане, красивый официант, красивое обслуживание, красивая музыка. Шикарная атмосфера, которая располагает к тому, чтобы чувствовать себя королевышными и королями. То есть действительно вот это ощущение себя в такой атмосфере невероятно красивое. И вот за 8 дней привыкаешь к этому стилю жизни, вообще не хочется на 8-й день уходить с этого корабля, вообще не хочется с этой сказки уходить, потому что настолько там себя чувствуешь бесподобно. Ну и есть различные еще кафе, пиццерии, платные рестораны с национальной кухней и, конечно же, круглосуточный шведский стол. Когда бы вы ни захотели покушать, будет огромное изобилие еды, начиная от мюсли, фруктов, заканчивая кондитерскими изделиями, различные блюда из мяса, рыбы, морепродукты, различные сорта сыров, пиццы, разные запеченности, ну, в общем, очень много еды на шведском столе, поэтому, когда бы вы не проголодались, если вы, например, пошли в театр и хотите снова перекусить, вы снова можете пойти уже не в ресторан, а в шведский стол и насладиться едой в шведском столе, и там вы обязательно найдете то, что вам будет нравиться и хотеться. А в это время ночью лайнер переплывает из одного города в другой. Представьте себе, что если вы ваше путешествие началось в Генуе, в Италии, то ночью лайнер переплывает, и утром вы просыпаетесь, и у вас новый пейзаж за окном. И вы видите, что вы в Марселе. И у вас, знаете, вот у вас будут такие глаза, вы будете смотреть, вау, Марсель. На кровати у вас будет лежать, конечно же, инструкция о том, что вас ждет в Марселе, что вы можете посмотреть, какие в Марселе есть достопримечательности. И вы можете спуститься на землю, то, что называется, и целый день идти отдыхать, экскурсию для себя взять по Марселю. Вы увидите этот прекрасный город, вы купите себе покупки, подарки, вы побываете, возможно, в кафе, а может быть, вы будете просто смотреть достопримечательности, и вечером вы возвращаетесь на лайнере вас ждет ресторан, развлечения и все остальное, и лайнер ночью снова переплывает, и утром вы, когда на следующее утро проснетесь, вы уже будете в Барселоне. И вы просыпаетесь, и вы видите новую атмосферу, и говорите, вау, это Барселона. И вы пойдете смотреть Барселону,
И вы целый день будете смотреть достопримечательности Барселоны, и вечером вы, когда вернетесь на лайнер, вы пойдете снова отдыхать на дискотеку, в театр, в аквапарк, в джакузи, в ресторан, в шведский стол. И когда вы утром проснетесь, вы будете уже на Мальте. Это действительно удивительно. Это действительно очень удивительно, как можно 8 дней провести, как в сказке, где все включено, где когда вы приходите в ресторан, вам подается меню без цен, но с огромным списком, вы выбираете любое блюдо, которое вы хотите, и вам не надо заботиться о деньгах, и вы наслаждаетесь, и наслаждаетесь, и наслаждаетесь все тем, что находится и на лайнере, и то, когда вы смотрите каждый день новую страну, новый город, это действительно удивительные путешествия. И вы знаете, что этот вид отдыха – это самый безопасный вид отдыха в мире. ЮНЕСКО проводила исследования и объявила морские круизы самым безопасным видом отдыха в мире на основании проводимого этой организацией многолетнего исследования. Это безопасно. Знаете, когда я разговариваю о лайнерах, кто-то вспоминает «Титаник». Но ведь «Титаник», друзья мои, 100 лет назад был. 100 лет. Тут телефоны за 10 лет меняются до неузнаваемости. Поэтому мы не думаем про «Титаник», потому что это прадедушка или прапрадедушка современных лайнеров. Вы можете увидеть на картинке, вот впереди стоит лайнер, сзади стоит впереди стоит «Титаник», сзади стоит современный лайнер. Это абсолютно разные строения и по самому строению, и по обслуживанию, и по безопасности, и по всему абсолютно. Поэтому едьте в путешествие, наслаждайтесь, это безопасно. Куда бы вы хотели поехать? Вот если бы прямо сегодня я бы вам открыла карту и сказала, едьте, куда бы вы поехали? Вы бы поехали в Европу, или вы бы поехали в Азию, или вы бы поехали в северные страны Европы, или вы бы поехали в Америку, на Карибские острова, или вы бы поехали в Индию, на индийские какие-то острова и страны, и то, что там есть. Или вы бы поехали... куда бы вы хотели поехать, есть ли у вас мечты. Знаете, вот все начинается с мечты. Говорят, мечты не сбываются у тех, у кого их нет. Вот в нашем случае у вас ваши мечты сбудутся. Вот если вы хотите посетить какой-то остров, какой-то город, страну, любая ваша мечта, она здесь сбудется. Поэтому становитесь членами нашего клуба, выбирайте себе направление и наслаждайтесь этим удивительным отдыхом хотя бы один раз в год. А если вы каждый год будете ездить в отпуск, в круиз, то за 5 лет, представляете, сколько стран, сколько городов вы увидите, и вам будет что вспомнить, вам будет что рассказать, вам будет что в Фейсбуке поставить как картинку, да, что я вот где-то бывал, вам будет что рассказать детям, вам будет что рассказать внукам, и вам будет, в принципе, жизнь ваша будет казаться совершенно другой. Потому что, когда ты приезжаешь с такого путешествия, ты на все реагируешь абсолютно по-другому. Уже те проблемы, которые были, они не кажутся такими большими. А наш организм настолько отдыхает и переключается на то, что жизнь совершенно другая, что вы перестаете остро реагировать на то, что было до отпуска. И слава Богу! Потому что действительно жизнь такой, какой мы ее видим. А еще, когда мы видим ее красивой, мы стремимся уже в следующем году еще к лучшему круизу, еще больше сэкономить денег, не потратить на разные те вещи, которые можно было бы уже и не покупать, да, мы покупали, но лучше один раз в году хотя бы поехать в путешествие и приехать, и остаться вот в этом ощущении на целый год. Я была в своем круизе в декабре месяце прошлого года. Поверьте, каждый день, когда я говорю об этом круизе, я как будто бы снова и снова возвращаюсь снова на эту палубу, в эту атмосферу, в эту каюту и в эти ощущения. Это настолько наполняет меня, это настолько меняет мое ощущение себя, что, знаете, это стоит того, чтобы ездить и это чувствовать, и так жить, и так ощущать себя. А каким образом наш клуб может помочь вам путешествовать дешевле?
Вы можете присоединиться к нашему клубу прямо сегодня. Вы можете, регистрация на нашем сайте абсолютно бесплатная, она ознакомительная. Вы зайдете на сайт и увидите круизы, которые есть, маршруты, цены, количество дней. Вы сможете примерить их на себя, вы можете это все увидеть для себя. И когда вы это увидите, вы прочувствуете, что куда бы вы хотели поехать, и уже сможете выбрать прямо сегодня, куда бы вы хотели поехать. И увидите ту стоимость, которая вам нужна для того, чтобы поехать. И вот когда вы выберете круиз, вы сможете воспользоваться нашей шикарной программой членства, где можно каждый месяц накопительно откладывать для своего круиза по $100 в месяц, чтобы вы точно уехали в круиз, чтобы что-нибудь вам не помешало, чтобы вы эти деньги куда-нибудь в другое место не потратили. Это гарантированные деньги для вашего круиза. И став членом клуба, вы будете откладывать $100 каждый месяц для того, чтобы через полгода, через год со своей семьей поехать в отпуск. Вы откладываете деньги эти для себя, для своего отпуска. И вот на каждые $100, которые вы будете откладывать, клуб вам будет начислять $200 круизными. То есть вместо $100, которые вы будете перечислять с банковской карты на свой кабинет, у вас будет автоматически $200. Конечно же, на $200 вы сможете ездить больше, чем на 100. Откладывая каждый месяц по $100, за год вы отложите 1200, а на счету у вас будет $2400. Конечно же, вы сможете путешествовать больше. Именно по этой причине члены нашего клуба путешествуют в 2, 3, 4 раза в год. Именно потому, что наши деньги, которые мы инвестируем в свой отпуск, мы удваиваем с помощью программы круизного членства. И это очень-очень выгодно. И чем дольше вы сохраняете членство в нашем клубе, тем больше вы сможете использовать круизных долларов. В первый год вы можете использовать 60% от удвоенной суммы. То есть вы откладываете $100, а использовать можете $120. Остальные 40% вы будете использовать в следующем году. То есть в этом году вы отложите 1200, сможете использовать 1440. На $240 вам клуб дарит просто так. $240, а 40% вы сможете использовать в следующем году. На следующий год вы сможете использовать 70%, на следующий год 80%, потом 90%, и на пятый год членства все 100% вы сможете использовать для себя. То есть вы можете экономить, бронировать и экономить. Никто нам не дает на $100, $200. Ни банк не дает, ни дома нам никто их не удваивает. А вот если мы в клубе будем откладывать для своего отпуска, то они удваиваются. За эти круизные доллары вы можете купить круиз не только для себя, а для членов своей семьи или для друзей, которые не являются членами клуба, и они вам отдадут обычные доллары, а вы сможете оплатить им круиз своими круизными долларами, удвоенными, вашими удвоенными круизными долларами. Конечно, удвоенные – это ваша будет экономия. И когда вы выбрали свой круиз, насобирали круизные доллары, купили себе свой круиз, у вас списывается с вашего счета та сумма, который круиз вы покупаете, и выписывается квитанция бронирования круиза. Она придет к вам на электронную почту. Также она будет сберегаться в вашем кабинете. Вы ее распечатываете и едете в круиз. Это ваш документ. То есть вы, являясь членом клуба, вы имеете доступ к системе мгновенного бронирования. Например, даже если вы положили только $100, вы через через две недели уже можете бронировать свой круиз, использовать $120, положили на счет 100, можете использовать 120, остальные вы можете доплатить с банковской картой и через две недели уже уехать в круиз. У нас бронирование, и мы можем делать за две недели до отправки, и у нас нету, знаете, горящих путевок, у нас просто есть возможность бронировать за две недели
до отправки круиза. Поэтому как только откроются границы, как только нормализуется вот эта ситуация, мы, у нас в руках очень, все в руках наших, да, и как только, мы, если вы живете в Европе, кстати, если вы живете в Европе, если вы резидент Европы, прямо сейчас вы можете уже через 2 недели отправляться в круиз. У нас сейчас, прямо сейчас наша группа членов клуба путешествует по Средиземному морю. Украина, Россия, Казахстан пока не имеют такой возможности, но резиденты Европы сейчас имеют возможность путешествовать, поэтому у вас есть такая возможность. Сразу о гарантиях скажу. Нашим гарантом сбережения средств, которые мы откладываем на свой круиз, вообще это мировая практика, что каждый бизнес должен быть застрахован. Все деньги, которые мы откладываем в своих кабинетах, они застрахованы нашим партнером. Trust My Travel – это отделение Банка Великобритании Barclays, который страхует сбережение всех наших средств. Это и есть гарантия нашего сбережения. Кроме этого, еще про уровень нашего клуба говорит то, что мы работаем с такими системами, как Visa, MasterCard и American Express. Такие системы не работают с маленькими компаниями, это как раз подтверждает уровень нашего клуба, международный уровень нашего клуба. Ну и это наши счастливые фотографии, это мои счастливые фотографии, если вы меня узнали. Это фотографии моих друзей, моих партнеров, Алина Юркова со своим супругом Эйна, они с Финляндии в прошлом году путешествовали. Эйна, кстати, 72 года, и они прекрасно провели свое время в круизном путешествии. Это Любочка Липская тоже со своим супругом, они были в прошлом году, и муж ее очень много раз ей говорил спасибо, хотя он на самом начале, он сопротивлялся, он не верил, он говорил, что нет, но потом так, повтор, окей, вот, и, но когда он, они поехали в свой круиз, они, конечно, насладились, и он ей много раз, она говорит, я поняла, ты мне очень благодарен, ну, то есть он очень много раз ей говорил спасибо. Сверху есть Алиночка Сапрамадзе, это наша партнер из Санкт-Петербурга, она была 4 раза в круизном путешествии, я вам рекомендую попасть на ее тоже встречи, она проводит, и послушать ее отзывы о ее круизах. Ну, и мои фотографии на фоне лайнера, на фоне лестницы, уложенной камнями Сваровски, все женщины там фотографируются, потому что мы там чувствуем себя особенно. Это белая вечеринка, конечно же, масса эмоций, поэтому я вам очень рекомендую, едьте в путешествие, наслаждайтесь, смотрите достопримечательности, ощущайте себя. Лайнер – это невероятно красивый, комфортный и невероятно эмоциональный отдых, который расширяет наш кругозор. Мы видим много всего интересного в этом мире, и оно стоит того, чтобы путешествовать. Прямо сейчас что вы можете сделать? Вы можете взять ссылочку у тех, кто вас сегодня пригласил на нашу встречу. Возьмите ссылочку на наш сайт, сделайте гостевую регистрацию. Она очень простая. Вы пишете свое имя английскими буквами, фамилию, 2 раза электронную почту, пароль, 2 раза пароль и мобильный телефон, и мужчина или женщина. И когда вы зарегистрируетесь, у вас откроется вот такой кабинет, и в этом кабинете вы сможете увидеть глобальные круизы. Вот здесь такой раздел, видите, да? Глобальные круизы, вы когда нажмете на глобальные круизы, у вас откроется наша круизная база, 5000 круизов по всему миру, и вы сможете для себя выбрать именно то направление, которое вам будет интересно, вы можете все направления пересмотреть и выбрать для себя именно то, что вам будет особенно интересно. Там много разных направлений, обязательно зайдите, посмотрите, помечтайте, приценитесь, присмотритесь и получите удовольствие от предвкушения. Знаете, вот это состояние предвкушения, которое дарит особые эмоции, и забываешь о каких-то негораздах, о каких-то, то, что что-то не получилось сегодня. Так вот, позитивные эмоции, они наполняют нашу жизнь яркими красками, поэтому обязательно заходите, смотрите, присматривайтесь, куда бы вы хотели поехать, сколько это стоит, и обязательно выберите свой первый круиз, куда бы вы хотели поехать. Посмотрите,
какие города он проходит, сколько он стоит, сколько дней вы бы хотели поехать. Вы бы хотели 5-6 дней или 8-10 дней, сколько бы вы дней хотели. Обязательно выберите для себя то, что вам будет хотеться, и это будет вашей мечтой, и вы сможете ее осуществить. С круизным клубом можно путешествовать бесплатно и зарабатывать. Сейчас мы поговорим о деньгах, о том, как вы можете путешествовать бесплатно и зарабатывать. Для этого вы становитесь нашим партнером, нашим представителем нашего клуба. Вы покупаете франшизу стоимостью $195 на целый год. Это активация за ваше партнерство и получаете готовый бизнес под ключ. Вы получаете все необходимые инструменты, кабинет, обучение, ссылку для регистрации новых партнеров, вот такую вебинарную комнату, маркетинговые инструменты, службу поддержки и многое всего другое. И когда вы становитесь нашим партнером и проходите обучение, вы еще получаете вот такую банковскую карту, на которой вы будете получать свои вознаграждения в долларах. Поскольку компания у нас американская, выплаты у нас идут в долларах. И у нас есть два вида долларов. Круизные за круизные доллары мы покупаем круизы, и у нас есть доллары США, за которые мы живем, за которые мы получаем на свою банковскую карту и тратим их по своему усмотрению. И вариант третий, когда вы можете быть и одновременно и членом клуба, и партнером, это будет стоить $295. При этом вы получите $200 на свой круизный счет, как первый взнос на свой круиз, да, потом вы будете по $100 откладывать дальше, вот, и у вас откроются все инструменты для развития своего бизнеса. И для того, чтобы поехать в круиз бесплатно, вы приглашаете в наш клуб своих друзей, и пригласив 5 новых членов клуба, вы будете путешествовать теперь абсолютно бесплатно, то есть вы не будете откладывать каждый месяц по $100 на свой будущий отпуск. За вас это будет делать компания. То есть, пригласив всего 5 друзей в наш клуб, вы будете экономить каждый месяц $100, потому что вам компания каждый месяц будет $200 насчитывать самостоятельно. У нас в компании 15 тысяч человек, кто путешествует бесплатно. Это те люди, которые пригласили 5 друзей. Поэтому вы можете быть тем же счастливчиком, поработайте, и вы будете путешествовать со своей семьей каждый год абсолютно бесплатно, потому что вы получите сертификат и сумму $2400 на свой семейный круиз. И ваши друзья, они могут присоединиться как члены клуба или как партнеры клуба, но присоединив 5 человек, вы будете каждый месяц получать $200 в подарок. Кроме этого, у нас есть 5 видов бонусов, которые мы получаем на банковскую карту. Это ежедневные начисления, еженедельные, ежемесячные и глобальный бонус. За что компания нам платит? Конечно же, за то, что мы рассказываем в нашем клубе, за то, что к нам присоединяются новые члены клуба. За подключение каждого нового члена клуба компания нам начисляет $20, не круизными, а $20 на банковскую карту. И сколько мы человек новых членов клуба пригласим, столько нам по $20 заплатит компания. Этот бонус, он мгновенный, и нам от 50 до $150 компания платит за то, что мы нашли нового партнера клуба, потому что очень ценно, когда есть человек, который хочет рассказывать о нашем клубе, и компания щедро оплачивает эту работу. То есть за привлечение нового партнера клуба, который тоже является членом клуба и партнером клуба, нам компания платит $50. За то, что мы пригласили второго члена и партнера клуба, это будет $60. За третьего 70, за четвертого 80, 90, 100, 110 и до $150. То есть, пригласив в наш клуб 5 человек, по этому виду бонуса вы зарабатываете $350. То есть 50 за первого, 60 за второго, 70 за третьего, 80, 90. В целом это получается $350. Пригласив 10 человек в наш клуб, вы зарабатываете $960 мгновенного бонуса. Он начисляется в течение суток. То есть вы пригласили, рассказали, ответили на вопросы, человек говорит, я хочу присоединиться. Он оплачивает свое членство, оплачивает партнерство, вы получаете $50 на свою банковскую карточку. Сколько таких встреч можно сделать в день, вы сами планируете, сколько в месяц, тоже сами планируете. Сколько вы хотите заработать, столько вы сами планируете.
вы работаете на себя. Когда ваши партнеры, которых вы пригласили, они тоже приглашают 5 человек, чтобы заработать свой бесплатный круиз, тогда у вас растет команда, и постепенно эта команда действительно вырастает, и вы зарабатываете еще дополнительные бонусы. У нас есть программа быстрого старта для тех, кто хочет зарабатывать быстро. То есть она выглядит таким образом. Вы можете в первый месяц пригласить 5 партнеров и стать безоплатным членом клуба. При этом вы получите 50 плюс 60 плюс 70 плюс 80 плюс 90 – $350 мгновенного бонуса. На второй месяц ваши 5 партнеров, которые в прошлом месяце стали партнерами, они приглашают своих 5 партнеров. Тогда вы становитесь маркетинг-директором, потому что у вас появляется команда 30 человек. Когда у вас появляется команда 30 человек, вы будете получать $300 лидерского бонуса каждый месяц, каждое 7 число месяца. Это ежемесячный доход. И $700 вы получаете бонус с быстрого старта, вы будете его получать 3 месяца подряд. Таким образом, 3 месяца по $1000 вы заработаете за 3 месяца $3000. Не надо ехать за границу. Ну и плюс ежедневный резидуальный доход, ну и плюс 350 мгновенного бонуса. В целом это очень хороший доход. Поэтому зарабатывают активные. Если вы будете активны, вы будете хорошо зарабатывать. Ну и что нас ждет в перспективе, что наша команда 30 человек, они хотят тоже бесплатно путешествовать, они приглашают уже своих 5 партнеров, и постепенно мы видим, что в нашей команде 100 человек, и когда в нашей команде 100 человек, мы зарабатываем с $1000 нашей зарплаты и до $1000 индивидуального дохода, то есть доход будет составлять до $2000. Наш доход здесь абсолютно прозрачный, абсолютно прогнозируемый. Вы точно знаете, сколько должно быть в вашей команде людей для того, чтобы зарабатывать ту или иную сумму. Здесь можно зарабатывать и 5, и 10, и 20, и 50, и 110 тысяч долларов. Те, кто зарабатывает 110 тысяч долларов в нашей команде, 12 человек за 4 года. Это люди абсолютно из разных стран, они амбициозные, они много работали, здесь халявы нету, здесь надо проводить очень активно рекламную деятельность, мы рекламой занимаемся, да, и находим тех, кто хочет присоединиться к круизному клубу, как члены клуба, либо как партнеры клуба. Вы видите, что разные страны, это Пуэрто-Рико, Россия, Казахстан, Испания, Белоруссия, Корея, Андорра, Украина, и с Украины даже 2 человека говорят, что в Украине денег нет. Вы знаете, вот в Украине и в Казахстане, наверное, денег нету, потому что и в Украине, и в Казахстане по 2 борт-директора, которые зарабатывают по $110 000. То есть на самом деле вот из-за того, что такая ситуация, люди работают намного активнее, намного больше и получают, естественно, более лучшие результаты. Итак, приглашаю вас присоединиться к нашему клубу, как член клуба, путешествовать на шикарных лайнерах, как партнер клуба, зарабатывать, путешествуя, строить команду, рассказывать о нашем клубе, заработать бонус быстрого старта $3000. Это все в ваших руках. Для того, чтобы вам стать партнером, вы заходите в свой же кабинет, где вы уже зарегистрировались, да, вам будет предложено стать членом и партнером клуба. Вы можете поставить галочку напротив членства и напротив партнерства, если вы решите стать таковыми. У вас высветится сумма $295. Эта сумма должна быть на вашей банковской карточке любого банка. Вы нажимаете «Кредитная карта» и нажимаете «Visa» или «MasterCard», выбираете, какая у вас карта, и вписываете сюда свои данные, имя, фамилия, 16 цифр карты, номер действия карты, срок действия карты и CV-код. И после этого у вас оплачивается ваше членство, вы получаете $200, вот в правом верхнем углу вы на своем счету увидите $200 мгновенно. Вот видите, что у меня сейчас $3252, это остаток после моего круиза, потому что я очень давно уже получаю в подарок $200 каждый месяц, и вы тоже это можете делать. И у вас тоже, как только вы оплатите $295, у вас $200 появится на вашем круизном счету и будет на год оплачено партнерство. После этого вы переходите в раздел «Обучение», и в разделе «Обучение» находите базовый тренинг и проходите обучение от компании,
о том, как здесь нужно проводить, ну, как работать здесь, да, все навыки, как успешно развивать команду ваших партнеров, как работает компенсационный план, как использовать ламинированную презентацию и так далее, и так далее. Вы проходите обучение, здесь 9 курсов, после чего вы получаете сертификат и становитесь сертифицированным партнером. После этого вы можете перейти в Академию лидерства и уже проходить Академию лидерства. Поверьте в ваши мечты, поверьте, что вы можете путешествовать, поверьте, что вы можете очень хорошо зарабатывать. Компания щедро оплачивает, поэтому присоединяйтесь, реализовывайте себя, присоединяйтесь к нашей команде. Мы помогаем, конечно же, подсказываем, поддерживаем. Если вам что-то нужно помогать, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, мы передаем свой опыт. И, конечно же, я вам очень желаю, чтобы вы стали одним из борт-директоров и войти в такой список борт-директора и зайти в историю нашего клуба, потому что пятилетие компании говорит о том, что мы как раз уже устоявшаяся компания, сейчас только после Нового года начинают идти, подниматься обороты, дай бог, границы откроются, это будет еще более активно становиться. Сейчас мы готовим кадры, то, что называется, потому что даже если сейчас будут открыты границы везде, то если мы некомпетентны, если мы не прошли обучение, если мы не можем рассказать, то мы не сможем работать. Поэтому пока идет такое затишье в плавании, мы повышаем свою компетенцию, обучаемся, учимся говорить, учимся отвечать на вопросы, проходим обучение. И как только все будет очень активно, то все наши навыки, все наши знания, они сыграют нам на скорость развития нашего же бизнеса. Ну что ж, я очень благодарна вам за то, что вы меня услышали сегодня. Вы сейчас можете пойти сделать себе гостевые регистрации, познакомиться с нашим кабинетом, познакомиться с нашей круизной базой, выбрать себе свой личный круиз и подумать о деньгах. Возможно, вы хотите присоединиться к нам не только как член клуба, возможно, вы хотите быть нашим представителем. Да, вот немножко я и сказала, да, как работает во время карантина, вот так мы и работаем. Те, кто могут поехать в Европе, кто резиденты Европы, они путешествуют, кто не может, пока занимается самообразованием и работой. Дело в том, что, друзья мои, смотрите, если вы захотите, например, вот представим себе, что у нас нет карантина. Представим, что у нас нет карантина, и вы вот с завтрашнего дня купили себе партнерство, начинаете работать. Согласитесь, что вы за один день не сможете оповестить, обработать, провести презентации, рассказать, ответить на вопросы большому количеству людей. Согласитесь с этим, правильно? А для того, чтобы рассказывать, нам карантин не мешает. Мы работаем в интернете. Сейчас очень многие сидят без работы, у кого-то маленькая зарплата, у кого-то вообще с работы, ну, уволили, кто-то в декрете сидит, кто-то, в принципе, не хочет работать физически, хочет работать, вот есть голова на плечах, хочу работать головой, да, поэтому вы можете освоить эту новую профессию, стать представителем круизного клуба, это элитный клуб, где очень хорошо платят, поэтому вы прямо сегодня можете присоединиться к нашему клубу, проходить обучение за эти, вот пока будет вот этот ноябрь, декабрь, январь, вы за эти 3 месяца вы сможете освоиться в профессии, будете знать ответы на все вопросы, вы будете уметь рассказывать, вы уже потренируетесь, потому что вы, вот то, что я вам сейчас рассказываю, ну не можете вы это рассказать, согласитесь, правильно? Вот, поэтому вам нужно стать компетентным, все равно месяц, два, три, четыре уходит на то, чтобы освоиться в этой профессии. Это такая же профессия, ведь мы на любую профессию учимся несколько лет, а это такая же профессия, тоже надо знать. И она не и здесь невозможно стать по волшебной палочке, нужна практика. Поэтому, девочки, вы просто покупаете себе бизнес, вы просто покупаете себе новую профессию, вы просто начинаете становиться профессионалом в этом направлении. И чем лучше вы будете знать все, тем вам будут доверять, вас будут воспринимать как профессионала, и вы тогда сможете, ну, с,
и подписать новых членов клуба, потому что вы ответите на все вопросы, вы расскажете интересно. Ну и так же самое вы сможете партнерам, те друзья, которые к вам придут как партнеры, они захотят сказать, ну, допустим, Аня, вот расскажи, как ты работаешь, и вы сможете рассказать и на опыте передать свой опыт, и когда ваши друзья будут делать то же самое, тогда вы будете зарабатывать еще больше. Это сила работы в команде. Когда мы передаем вам знания, вы передаете своей команде знания, и в целом мы в команде друг другу помогаем, и всем хорошо, потому что у вас есть наставник, ведь в спорте, друзья, смотрите, в спорте без наставника, без тренера невозможно достичь высот. Согласны, да? Точно так же само, почему ходят, допустим, музыканты, имеют своего учителя, чтобы выработать профессионализм, да, чтобы стать хорошим музыкантом. То же самое в бизнесе. Если у вас есть наставник, вы этот путь сокращаете. То есть вам не надо годы проб и ошибок для того, чтобы попробую так. Вы приходите в команду, работаем мы в команде, мы передаем свой опыт, вы его используете, мы вам помогаем, и вы сокращаете этот путь. То есть тот путь, где можно было бы там 2-5 лет это делать, вы сокращаете до полугода, до года и получаете уже результаты. Возможно ли избежать оплаты партнерства или без этого никак? Нет, смотрите, если вы хотите быть просто членом клуба, вы откладываете на свои круизные путешествия по $100 каждый месяц, они удваиваются, и вы ездите просто в путешествия. Но если вы хотите работать с нашим клубом, только тогда, только в этом случае вы покупаете партнерство. То есть если вы хотите стать партнером, вы покупаете партнерство. У нас три вида подключения к нашему клубу. В качестве члена клуба, в качестве партнера клуба и в качестве и члена, и партнера клуба. Вы можете отдельно купить партнерство, вы можете быть не членом, но тогда вы не поедете в круиз. Вы можете быть просто членом, но не быть партнером. Но вы можете быть и членом, и партнером. Тогда вы и платите и $100 членства, и $195 партнерства. Еще есть вопросы? Очень хороший вопрос, Ань. Вот просто вы исходите из того, что бы вы хотели. Вы бы хотели просто путешествовать или вы бы хотели, путешествуя, зарабатывать, таким, стать таким travel-блогером, быть представителем круизного клуба и стать travel-блогером. Еще вопросы? От Кати, у вас есть вопросы? Я видела, вы писали, куда бы вы хотели поехать, но потом не написали. Виктория, есть вопросы? Да, да. Да, ну Алла молодец, она за 3 месяца стала безоплатным членом клуба и теперь путешествует тоже бесплатно. Это, ну, такой яркий пример, как человек хочет сама путешествовать, и папа у нее член клуба и партнер. Наталья, Ева, наверное, да? Девочки, пишите вопросы. Что вам интересно? Анна? Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Да, знаете, вот вы когда только съездите в свой первый круиз, вы до конца поймете, что жизнь другая. Жизнь очень прекрасна. Просто окружение имеет значение. Если в вашем окружении люди, которые путешествуют, вы себя чувствуете наполненно. А если в вашем окружении те люди, которые себя чувствуют, ну, угнетенно, то вы будете точно так же себя чувствовать. Поэтому присоединяйтесь к клубу даже ради того, чтобы иметь другое окружение. Если Елена, сейчас я скажу, Танечка, или если Елена, Маша, Леся... Аркадий, Анна, Виктория, Дарина, Наталья. Вот не знаю, Эка из Варшавы. Я не знаю, или это Ева, или это...
Да, это шикарнейшая возможность увидеть мир, изменить свою жизнь. Ага, эко. Ага. Эко, задавайте вопрос, буду рада. Будьте активны, я буду рада вас с вами общаться. Пожалуйста, Маша, я очень рада. Приходите еще. Я очень люблю рассказывать про наш круизный клуб. Я люблю наш клуб. Я очень благодарна судьбе, что я член клуба, что я являюсь партнером клуба. Благодаря партнерству я уехала из Швеции. Я работала в Швеции на уборках, и я оставила уборки. И сегодня я живу благодаря клубу в своей квартире, в своей стране. И я не хожу на работу, я работаю только в круизном клубе. И вот эта свободу, которую мне подарил мой клуб, она для меня очень ценная. Поэтому используйте эту возможность создать собственный бизнес в сфере круизного отдыха, и вы будете тоже свободны. Пожалуйста, Танечка. Да, девочки, вы сейчас созвонитесь между собой. Созвонитесь, зайдите в кабинет, зарегистрируйте себе свои кабинеты, познакомьтесь, посмотрите на практике, как это выглядит. Да. И присоединяйтесь, потому что ваша жизнь будет другой, она будет другой, девочки, ой, мальчики, извините, она будет другой, потому что, знаете, вот пандемия, она все равно перерастет в другую жизнь, то есть она не будет всю жизнь такой, она уже и в этом году, она уже теперь не такая. Понятно, что сейчас вот появятся новые протоколы лечения, и реакция на заболевание будет меняться, и не будет таких усугублений, потому что нашли причину, почему там все это происходит. Поэтому уже следующий год будет другим. Поэтому смотрите оптимистично в свое будущее, мечтайте, и пусть ваши мечты сбываются, а с нашим круизным клубом они будут сбываться самым лучшим образом, самым красивым образом. Анна, не пишите, да? Ну хорошо, спасибо большое, что вы сегодня были на встрече. Я думаю, что вы услышали много ценного, интересного для себя. Есть над чем подумать, есть о чем помечтать. Я вас приглашаю также присоединиться как партнер клуба, потому что ваше финансовое будущее от этого тоже может очень сильно измениться. Вот, приходите еще на наши встречи. Наши встречи проходят каждый день. Если вы сегодня будете, вот услышали, и завтра будут у вас, конечно же, новые вопросы, приходите завтра на встречи. Завтра суббота, и у нас будут отдельные встречи по круизам, по круизному отдыху, и отдельные встречи завтра будут по бизнесу, по заработкам, по тому, как путешествовать бесплатно и как зарабатывать. Поэтому вы можете завтра прийти на повторную, уже не я буду проводить встречу, вы можете услышать других наших успешных партнеров и уже примерить для себя членство и также и партнерство. Хорошего всем вечера. Да, пожалуйста, вам за мотивашку, мотивашка, чтобы жить лучше. Присоединяйтесь, будем жить вместе лучше. Вот, смотрите, у нас есть красивые ролики, поддержите сами себя, потому что, знаете, вот с кем поведешься, того и наберешься, а у нас все путешествуют, и у нас 15 тысяч путешествует. Присоединяйтесь к бесплатным путешественникам, будем бесплатно путешествовать каждый год. Вот. Тогда вам хорошего вечера, я благодарю вас, что вы сегодня были со мной, что вы меня послушали. Вот, и буду рада, если вы присоединитесь, и тогда на одной из наших встреч, а может быть, где-нибудь на корабле мы даже, может быть, и увидимся. Вам хорошего вечера и до следующей встречи. Пока.